Привет, с вами Ори Ньюс. Сегодня 29 августа, и мы начинаем серию репортажей о золотой конференции Oriflame на Мальте. Остров спокойствия и безмятежности. Уже через несколько часов 5000 лучших консультантов со всего мира будут наслаждаться этим раем на земле. Вы готовы принять гостей из Oriflame? Конечно. Сколько людей поселится в Хилтоне? Почти 250. Опасаетесь? Нет, мы всегда рады обслужить дорогих гостей. Мы находимся на кухне отеля Хилтон. Здесь идут последние приготовления самых-самых вкусных мальтийских блюд для участников конференции. Традиционное мальтийское блюдо – кролик. Кролик! Где же вы возьмете 5000 кроликов? Нет, крольчатины кормить не будем. Мы готовим блюда в соответствии с предпочтениями гостей, которые нам сообщили заранее. Потрясающий остров. С одной стороны, конечно, шикарный курорт, а с другой, на каждом углу натыкаешься на величественное историческое наследие. Но, похоже, мы увлеклись. Пора ехать встречать консультантов. Аэропорт Мальты встречает гостей. Сейчас мы увидим консультантов и зададим им пару вопросов. Вы могли бы ответить нам на несколько вопросов для Ори Ньюс? Да, конечно. Как вас зовут? Оля. Меня зовут Жанна. Меня зовут Виктория. Шумко Марина. Надежда. Андрей. Анастасия. Елена. Где вы уже были с Oriflame? В Риме. В Италии, в Испании, в Греции. Были в Африке, были на Канарах, были в Швеции, в Италии, в Греции. Я была в Италии. Была в Испании и в Греции. Какие у вас ожидания от этой золотой конференции? Ожидания самые наилучшие. Получить максимум позитива. Ожидание отдохнуть, повеселиться, обменяться опытом. Экскурсии, море. Конференция, конечно, бизнес-конференция. Отсыпаться будем дома. Вы еще хотели слетать с Oriflame? Как минимум на Бали. Дубай. Ну, конечно же, в Лиссабон. Везде, по всему миру. Везде, куда будет приглашать Oriflame. Нужно много работать, чтобы попасть на золотую конференцию? Нужно правильно работать. Да очень захотеть. Несколько вопросов, Магнус, для Ори Ньюс. Как настроение? Отлично. Как удалось договориться с властями Мальты, чтобы такой маленький остров принял столько много людей? Просто потому, что мы взяли с собой такие много хороших, красивых девушек. На каждой конференции мы удивляем консультантов. Чем удивим в этот раз? Это мы не скажем сейчас, это будет сюрприз. Десятки автобусов с такими счастливыми людьми сейчас отправятся в лучшие отели Мальты, чтобы насладиться золотой конференцией Oriflame. Все шикарные отели острова заполнены, но Oriflame не останавливается на достигнутом. Для самых дорогих гостей компании мы арендовали эту виллу. Это символ роскоши и престижа на острове Мальта. Как говорится, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Если многие видят такую жизнь только в кинофильмах, Oriflame делает ее реальностью.